Всем добра, всем здравствуйте. Добро, Лёша. Армия симулятор 20. Сегодня без Белки. Она уехала в райцентр за оформлением вида на жительство. Мы здесь уже немножечко освоили. Как вы помните, выполнили контракты. Заработали немножечко денежек. И, в принципе, надо продолжать развиваться. Господи, как ты корыто заводится. Белка села на поезд и поехала в райцентр. К сожалению, здесь... На этой станции и посадка пассажиров, и загрузка грузов производится. Такая грузопассажирская станция. Я думаю, надо сначала добраться до нашего участка, наших участков, посмотреть, что там обстоит. Ну и браться за контракт и продумывать дальнейшие пути развития. Вот уже грузовой поезд поехал. Мчимся пока. Так, вот мы примчались к нашим полям. Мы прикупили поле с картошкой. Да. Мы немножко упороты соевыми бобами. И просто кусочек земли возле магазина, где, собственно, поставим домик. И там небольшая рощица. Думаю, Белка будет радостно, когда увидит, что у нас что-то появилось свое. Давайте посмотрим, что мы можем здесь построить. Коттеджи. Можно такой вагончик влепить, да? Можно такой вагончик. А что можем еще? Маленький такой домичек уютный. А это пока для нас слишком дорогое удовольствие. Как и все вот это. Ну, давайте вот, вот такой вот домик рядом вот с этим вот ангарчиком, вот так вот под деревцем. Давайте пойдемте посмотрим, что мы хоть купили и построили. Ну, неплохой такой уютный домичек, да, для двоих. Ну, есть стол, есть диван и даже туалет. И самое главное — электричество. Ну а теперь надо как-то развиваться дальше. Что нам делать остается? А правильно, а только это. Я уже потерял, куда я поставил машину. Ну, так могу только я, да? Так, машинка, ты где? А, машинка вообще вон здесь вот стояла. Ну, как же не накосячить-то? Ну, едем, паркуемся возле домика, смотрим контракты. Надо зарабатывать. Надо трудиться, нам еще все это дело собирать. Придется брать контрактную технику. Ну, то есть в лизинг, в аренду. Это у нас еще растет. Это уже можно косить. Я не знаю даже. Я думаю, вот это вот поле мы продадим. Пока Белка не слышит. И посмотрим. Шоу, какие они дорогие-то, однако. 95 тысяч. Вот это вот 46-е поле. Давайте посмотрим, что у нас на 46-м поле. Ну, просто пока Белки нет, я тут немножечко все передумал. Вау! Ядрёно кочевушку. Что здесь? Морковь, урожай созрел. Созревший урожай моркови. Так. Сколько за него просят? Ну, давайте, берем вот, берем эту морковку. Расстраиваться не будем. У нас есть контракты должны быть. Идем в контракты. Ну и давайте, не та кнопка. 21 минута. Так, 19 тысяч золотых нам дадут за 16 поле, за 38,6. 32. Так, берем. 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 Так, сейчас распихаем технику.
Ютнби и возьмем контракт на уборку чего-то там. Покушать-то кто будет? Вот. Берем. Вальтер. На культиватор. Прицепили, теперь смотрим. Культивация. 32-е поле. 32-е поле. Вот оно. Давай. Ехай, мальчик. Вот сюда давай. Езжай. Все, первый поехал. Теперь тебя надо отправить работать. Ну, для начала просто доехать. И что? Не найдено поле. Ты у нас едешь на какое поле? Давайте, вот ты у нас помощнее, да, 19-300, 16-е поле. 16-е поле. Ищем. Где оно? Вот оно. Так, какая... Вот, перейти. И осталось тебя теперь отправить на еще какое-нибудь поле. Да, ребятушки. Быть фермером — это вставать позаранку. От закату и до рассвету. И тебя отправим. Какое у нас ты поле последний? 38-е. 38-е поле. Где оно? Ехай. Сейчас озадачим тебя работать. На 32-м поле. Вальтра. Хороший трактор. Ну да ладно. Ну, естественно, везде будем форсплеем пользоваться. Это нам немножко облегчит, так сказать, задачу. Они будут меньше тупить, тормозить. И все в таком духе. Поэтому дать работу. Форсплей. Вот так вот встань. Дайте работу. Дайте работу. Теперь открыть, закрыть. Поворотных полос 4. Углы острые. Это движение челночный. Все. Шпарь. Все, ехай. И теперь, если контракт на сбор чего там не пропал, вот этот вот, все,
И знаете, ребят, мне кое-что интересно. Смогу ли я прицепить к нему свою жатку и обработать наше поле? Ну вот просто любопытно мне. Так, найми Д, закончил работу. Найми Д, ты кто? А. Так, ребят, ну вам придется немножечко подстоять. О! Так. Автоширина. О, все. Ну, под шумочек сейчас соберем на своем поле, а потом уже выполним контракт. Ну, а почему бы и нет? Одно жалко, придется продавать. Ну, что ж поделать. Техника модовая. Ну, просто вы помните, как мы в первой серии с белкой страдали. Вот у нас настала пора первой выгрузки. Хорошо мог, пока владелец техники не видит, что мы его тут еще на своем поле эксплуатируем. Ну а чё? А, ну, окей. Так и запомним. А пока давайте посмотрим, как у нас тут у наймитов дела обстоят. Что они там? 28, 66, 49. Но тут мы еще ничего нет самое. Ну что, ребят, помчались дальше. Тем временем у нас пошла вторая выгрузка, и сейчас мы повезем это дело продавать. Вопрос куда? О чем? Что у нас там? Морковка. Морковка. Самое дорогое. Это Эрлинград. Базар. Базар мы знаем где. Помчались на базар. Вот белка-то, наверное, обрадуется. Когда я скажу, что здесь целое поле морковки убирал. Обрадуется тому, то, что она в этом не участвовала. Не видит никто? Не видит. Все. Газу, газу, газу. А, да? Ну, ладно. Кажется, что-то пошло немножко не так, как хотелось бы. Ну, да ладно. Интересная логика у игры. Надеюсь, я когда то поле соберу и повезу продавать, оно как бы нам засчитается. А то получится не камильфо. Так, ладно, пока не будем гадать. Посмотрим, куда нас кривая вывезет дальше.
Приехали, получается, теперь на контрактном поле убирать его. Заодно посмотрим, как там нам расчет этой морковки пойдет. Два намита у нас работу уже выполнили. Ждем, когда закончит третий. Ну и сейчас, если обратили внимание, я довольно странную методику выбрал для прохода этим комбайном. Я сейчас прохожусь вот так вот по центру. А потом начну влево-вправо бегать. Тут, как видим, не очень комфортный овражек. И он мне очень, блин, не нравится. Вот. Только что вы увидели, почему. Ну что, помчались теперь убирать и это поле. Тем временем у нас еще одна разгрузочка пошла. И помчались дальше. Ну, у нас есть выполнено несколько контрактов. Точнее, три. Что очень и очень хорошо. Так, удобрение меня интересует. Культивация. Че, давайте берем три культивации. Ну и сразу отправим их работать. Пускай приносят нам денежку. Так, Джон Дир, ты у нас куда? Джон Дир, Джон Дир, Джон Дир. Так, ладно. 22-е поле поедешь. 22-е поле, ты где у нас? 22-й. Есть 22-е поле. Дать работу. Нет, не работа в поле. Давай сначала ты доедешь до туда. Что значит цель недоступна? Вот, все. Езжай, Златиш, работай. Ну, а ты у нас поедешь на другое поле. Ты у нас на какое? Господи, понахапал контракт, теперь не знаю, кто куда. 68-е, давай. 68-е, ты где? Ты вот. Да не работа в поле. Ты сначала доедь, дружинник, блин. Начать работу. Все, поехал. Так, у меня тут бардак какой-то, но это нормально. Ну и продолжаем тем временем обдирать вот это поле. Смотрите, какой у нас быстрый, оказывается, наймит А. Ну, раз ты такой быстрый, то давай быстрее работай. Нечего здесь прохлаждаться. Так, положение на поле вот здесь. Тра-па-па-па-па. Давай, 5. Вот. Быстрый. Ехай.
Там, кстати, тот уже почти доехал. Вот у нас и тот доехал. Теперь ему нужно дать поработать. Заработать нам. Денежек немножко. Так, ну, тебе, в принципе, так же самое. 4 острые. Погнал. Все. Работай. Ну, а тем временем везем еще 120 кубов морковки. Пока наймиты у нас там трудятся. Во славу императора, конечно. Мы тут занимаемся своими грязными темными делишками. И есть у меня уже такое ощущение, что поле я сейчас то выкуплю снова. Так, соседи, вы ничего не видели? Вы ничего не знаете? Так, сколько оно это поле? 64 тысячи. Ну, в принципе, выкупим. Да, ну верните мне это поле. Не это. Вот это. Там картошечка. Кому еще картошки? Ну, получается, что это поле убрали, там у нас уже, сейчас самое главное случайно это не принять, здесь у нас почти закончилось, нужно 42-е, 25-е поле, это у нас морковочные поля, 42-е у нас вот, и 25-е у нас вот, ну, значит, помчались на 42-е. И вот у нас еще один наймит там закончил свое грязное дело. 22-е поле. Обаньки. Культивация. 9600 золотых. 75-е поле. Где 75-е поле? 75-е вот оно. Можно, в принципе. А почему нет, да? Спашка. 87-е поле. 87-е поле и 50-е. 87-е. Вот. 50-е вот. Давайте, наверное, лучше тогда я возьму спашечку. За них больше денежек дают. Правильно? Правильно. Вот. И вот. А еще сходим в магазин и купим
в аренду возьмем. Два луга. Наших любимых с белкой. Вот этих вот два. Опаньки. Опаньки. Потому что это не пуги, это одно извращение, которое они тут дают. А это пуги здорового человека. Так, теперь... 87. Нет, ты давай, вот ты у нас. Вот так. Вот так. Открыть, закрыть. 4 острые. Загенерировать. И ехай. Ну, а тебе, я надеюсь, хватит лошади вот это вот утащить. Хотя не, не хватит. Ну, прикид у меня, конечно, господи мой свет. И теперь тебе дать работу. Курс твоей работы в поле. Вот это. И вот это. Открыть-закрыть. 4 острые сгенерировать. Закрыть. Начать. Ну а мы тем временем едем дальше в сторону 42-го поля. Даже вот так вот напрямки. О, вон наш наймит мчится. Эй, может, ты меня знаешь под другим именем? Морковный лорд, блин. Кто? Морковный лорд. Гроза морковки и пастернака. Мадам, извините, но ваша работа на сегодня кончена.
Морковные дела у нас подошли к концу. Но контракт пока еще не сдаем. Чтобы у нас не отобрали технику. Ну, пока что результаты, я бы сказал, очень даже впечатляющие. Так. Людей не видно, не видно. Все. Шпарим напрямую под солнухом. И сейчас все эти грязные дела исполним. И можно будет ждать нашу белочку, когда она прискочит с воплем. И я пришла. Нам кажется, вот куда-то туда. О, пропихнулись. Так, сможешь ты у нас свеколку-то собирать? О, магиот, все, отлично, живем. Ну, теперь Ну, теперь помчали дальше. Ну, уже свекла. И потом на десерт у нас пастернак. Тем временем у нас собрали свеклу, ее также везти на базар, и потом последняя пастерна. Спашка, ну я пока контракты какие все эти не собираю. Культивация 15 минут, ну что, давайте возьмем, наверное, да, культивацию, пускай и культивируем. 54 поле. Берем. Пускай работают. Прицепим к нему вот эту штукенцию под названием противовес. Штукенция, блин. Тоже мне тут нашелся. Громотей, ядреная ковыряшка. И какое там поле у нас? 54-е. 54-е поле. О, вот это даже рядышком. Дать работу. Скорость play, позиция цели. Положение на поле. Острый, сгенерировать, закрыть. Помчался. Ну, от тебя... Поедешь за нами. Какой тебе там объект мешает?
Ехай давай. Объект ему там мешает, блин. Тоже мне. Разъехаться с машинкой не может. Объект ему мешает. Ну, конечно, вспахал ты. А у меня слов даже нет. Ну все, поперли, поперли, блин. Рассвело называется, да? Рассвело, и они массово поперли. Так, давай. Ну ты, блин, прикалываешься, что ли? И сейчас момент X. Возьмет ли он мою картошку? Не берет. Да ты что с тобой происходит? Картофель можно косить. Ладно. Вот картошечка, значит, будет это уже, когда Бьёка приедет, будем картошечкой заниматься. Как хорошо, что она не слышит. Вот напихала бы. Загружаем Йоку. Ну, 14 тысяч заработали даже на свекле. Теперь надо сообразить, какое у нас там поле еще. 61. Прямо вот так и вот так. Ну все, поехали. Сложить же трубу. А, ну. Это была задача чрезвычайно сложной. О, знакомое нам поле, которое мы проросли немножечко, убирая. Ну и теперь нас ждет пастернак. Ну, сдалека абсолютно одинаково выглядит. Что то, что это, что вон то. Не шелести. Ну, помчались убирать пастернак.
Ну вот. Пастернак мы собрали. Бросаем хобот здесь. Мы его отдадим. Он нам, в принципе, уже не нужен. Теперь вот этого товарища мы через Follow me. Так. Он к жатке, что ли, прицепился? Теперь ты должен к этому пришпандориться. Да, отлично. Теперь давайте посмотрим еще раз, куда нам вести Пастернак. Суповая фабрика. Ну ладно, что. Тоже контракт надо приметить. Если будет, когда белка приедет, можно будет немножечко тоже обхитрить систему и чужим комбайном собрать у нас там сою. Так, давайте по карте смотреть, где у нас эта суповая фабрика. Фабрика пианино, нет. Консервная фабрика, нет. Плотницкая, нет. А, о, да, она тут рядышком. Ладно, он там вляпался в дерево, ну. Вот его уже как-нибудь своим ходом догоним. Тебя отогнать. А вот тебя подогнать. И посыпалось. Ну, думаю, можно сдавать уже большую часть контрактов. Так, культивацию собираем. 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 И что у нас тут в аренде? Вот это вот. Мы букву К потеряли. Ну ладно. Так и оставим. Давайте теперь на барахолочку. Что у нас тут есть? У нас тут... И что такое? Ёлки-палки. Что-то такое страшное. Там не уборщик, как культиватор. Ну, ничего интересного на самом деле. Ну, осталось дождаться, когда у нас наймит тут закончит. Так,
Давайте сами быстрее закончим и меньше денег потратим. Ну вот и попутно пошумок здесь и наше поле пропахали. И можно ехать возвращать технику. Вот Deutsche Fahr. Довольно-таки симпатичный. Луги. И прочее. Грузовичок. И капчик. Капчик. Возвращаем. Оба пуга. Они нам не нужны, а если понадобится, возьмем новую. Идем, сдаем контракты. Опа. И вот так. Отличненько. На нашей погремушке едем к нашему домику. Ну и можно сказать, утро у нас выдалось удачно. Осталось дождаться белку и работать дальше. Работы еще не початый край. Ну и на этом на сегодня все. С вами был Добрый Леша. Сегодня, к сожалению, без белки. Farming Simulator 22. Карта зеленка. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать что-нибудь в комментариях. Комментарии будут расположены в следующем видео на экране.